Шел обычный весенний день, и абсолютно ничего не предвещало беды. Пока я в очередной раз, любуясь на себя в зеркало, чисто случайно не заметил, что у меня все-таки выпала татуха. Недолго думая, я решил набить себе бабочку на пояснице. Но при этом при всем еще и подкорректировать свой рукав. Было бы славно, но нет. На самом деле, мне написал мой тату-мастер и сказал, что это ужас. Просто я ему часто попадаюсь в ютубе, он видит мой рукав, который мы не доделали по моей вине, ему это режет глаз. И мы, недолго думая, договорились о встрече, и я поехал к нему доделывать рукав. Если что, его запрещенный грамм будет в закрепленном комментарии. На самом деле, очень круто, когда находишь действительно своего тату-мастера или своего человека в каком-либо деле. И дальше доверяешь свое тело только ему. Примерно как с маникюрщицами у девочек.